Здравствуйте, я в прямом эфире на своем же канале, канале Натальи Разумовской. Сегодня говорим мы, как всегда, удача, счастье, то, что должно быть рядом с нами. Где оно подевалось, куда оно забежало, сегодня мы будем искать. Я вам расскажу, как нужно делать каждый день. Каждый день, если вы будете произносить эти слова, они будут вам помогать иметь и удачу, и счастье. Это, знаете, обязательное выполнение 100%. Смотрите, какие у меня есть. Вот такие вот есть белые 5 табличек. Маленькие, небольшие. Они из картоночки такой вот небольшой. У меня есть 5 табличек. 5 табличек счастья. Вот когда утром просыпаешься, разложила так таблички. Да, вот они у тебя лежат. И тебе нужно задать сегодняшний день. Все. Первую табличку, которую у меня душа тянет ее поднять. И на ней написано: да будет так. Отлично. Но я хочу знать, что должно быть так. Из 4 я выбираю одну. Бог богат, и я буду богат. Как вам нравится? Утренняя ваша мантра, так сказать. Ну, это так называют. Я вам говорю, это ты задаешь себе на целый день программу. И по-другому ты не должна думать: ой, денег нету, ой, бедная, я несчастная. Ой, там, ну, знаете, мы, женщины, придумываем столько ой, что их не переслушаешь никогда. Теперь я вам почитаю все 5 табличек. Какие вы таблички должны для себя делать. Не делайте супер там из чего-то. Супер какие-то удобные. Их всегда можно переписать и переделать. Они должны быть работать, они должны быть затертые, потому что вы каждый день их будете брать. Но смотрите, вот разложили таблички, не обращайте на них внимания, потому что вы начнете их узнавать. Это вам не нужно. Вам нужно, не узнавая эти таблички, просто не глядя. Вот сегодня я хочу первую, там последнюю достать. Завтра я проснулась, у меня такое настроение. А, сейчас вот так достану, понимаете? И вы запрограммируете себя день, и этот день будет таким, какую программу вы поставите. Всегда так будет. Потому что то, что в голове, то у тебя и в жизни. Если у тебя в голове: бедная, я несчастная, у меня нет денег, нет счастья, нет мужчины, я вообще там неудачница, и это будет каждый день программой вашей, она никак никуда не отойдет, эта программа. Она так и будет. И поэтому записывайте. Я вам обязательно напишу под видео эти таблички. Первое. Удача, будь всегда со мной. Написали. Удача, будь всегда со мной. Вторая табличка. Огради мою кровь от злой соседки. В общем, мы соседкой называем всех людей, которые по соседству с нами работают, живут, ходят, едут в маршрутке, там, я знаю, в электричке, где угодно. Соседка, которая стоит рядом. Соседка или сосед. Огради мою кровь от злой соседки. Это мы говорим от порчи. Но так не называется, нельзя говорить порча, его, это слово произносить нельзя. Не нужно, потому что оно прицепится. Вам нужно говорить: огради меня, мою кровь от злой соседки. Третье. Бог богат, и я богат. Ты можешь богата душой быть, ты можешь богата деньгами быть, ты можешь богата детьми быть. Ты можешь богата радостью, чем угодно. Бог богат, и я богата. Это третья табличка. Четвертая табличка – это «Да будет так». Вы ее уже знаете, эту табличку. Мы очень часто с вами это говорим. И в моих заговорах, которые я вам даю, очень часто произносятся эти слова. «Да будет так». Это утвердительное слово. И
Последняя, пятая табличка. Боже, укрепи мое счастье. Все таблички положительные. Все, ни одной нет отрицательной. Единственное, огради мою кровь от злой соседки, это нужно сделать. Потому что все, что вы будете делать, это может накрыться, как говорят дети, медным тазом, если вы не будете обращать внимание на такие вещи. Смотрите по-другому, как может быть. Вы достаете свои 5 табличек, они все должны быть одинаковые. Или вы из картона их вырежете, или купите какие-то такие вот твердые, есть такие сами листочки, чтобы были одинаковые и не отличались ни от чего. Как только вы видите, что вы какую-то замечаете, переделывайте по-новому. Все должно быть сверху. Не от того, что вы увидели. Я так вообще не смотрю. Я не смотрю вообще, я так помешала, какая она там. Где там, вот, допустим, я опять помешала, да, и планирую день, вот утром проснулась, еще не умывалась, нигде ничего, еще спать хочется страшно, потому что просыпаешься рано. Но я уже пойду, сяду за этот стол, благо у меня есть возможность, у меня есть свое место в доме, знаете, как у собачки есть своя будка, так у меня есть свое место. Все, вот 5 табличек передо мной. И я так, я на них никогда не смотрю, чем они отличаются. Я так, эту хочу и вот эту хочу. Все, эти отодвинула. Так, смотрю первую, да будет так. Боже, укрепи мое счастье. Ну, я просто благодарна высшим силам, честное слово. Я вот благодарна высшим. Вы посмотрите, не подтасовывая, я опять достаю, да будет так. Боже, укрепи мое счастье. Я с этим согласна 100%, и я хочу, чтобы так и было. Когда вы будете пользоваться этими табличками, не нужно их огромные, не нужно. Вот для них должен быть специальный конвертик, так как у меня. Обыкновенный почтовый конверт. Не грузите себе голову. Там расписные их какие-то делать. Хранить где-то там. Есть коробочка, храните в коробочке. Есть маленькие коробочки, в которые можно их положить. Все. Утром только открыла глаза, не умываясь, ничего. Достала 2 таблички, запрограммировала себе день. И ходишь днем, да, и так все вспоминаешь так. Ой, такие слова были хорошие. Да-да-да-да, еще раз я их повторю. Если вы их будете повторять целый день, это неплохо. Ну, сидишь, делать нечего. Или загрустила, или да, мало ли что в жизни, да. Ой, вспомнила эти душевные слова и повторила. И повторила. Настраивайте себя на такое, что будет хорошее в вашей жизни. Не настраивайте себя, не думайте о том, плохо. Плохо вы притягиваете плохую энергию, а ей же тоже хочется где-то поселиться. И тут есть такая девочка или мальчик, которая всем рассказывает, как ему плохо живется, несчастный. И все. Те слова, которые ты говоришь, они все равно будут сбываться. И поэтому, когда встречаете своих подружек, и они спрашивают, как живешь? Вот. И все. Потом отвернулась и говоришь, да будет так. Все. Все в сад. Потому что я веду совершенно другую программу жизни. Я хочу быть богатой и счастливой. Счастливой и богатой. Все. Для кого-то богатство они видят миллионами, миллиардами. Для кого-то богатство, когда дети твои не голодают. Для кого-то богатство, которое ты имеешь хороший телефон, хорошо одеваешься, имеешь хорошую работу. Правильно? Для каждого свое богатство. И эти таблички для каждого, в принципе, одинаковые, но каждый будет иметь по-разному. Ничего страшного. Знаете, каждому по тому, чему он заслужил в этой жизни. Если бы мы об этом знали, начиная с нашей молодости, и выполняли это, в принципе, я-то знала это. Ну, кто это на это обращал внимание? Мы же молодые, да мы сейчас горы свернем. Да. Вы же видите сейчас теперешних молодых. То же самое, еще круче, чем мы были.
Но придет время, когда немножечко, когда детишки появятся, семья, когда будет тяжело, вот тогда они подумают, как бы помощь, где бы такую взять. А вы им расскажите про эти таблички и настрой, который должен быть с утра у каждого человека. Пускай будет там у вас совершенно плохо. Дом не продается, квартира не продается там. С мужем поругалась. Чихать. Извините, я в таком, знаете, в азарте. Мне хочется более так донести, чтобы вы понимали, что ничего в этом страшного нет. Вы настроили себя, и когда вы вечером придете домой, скажете, ой, так со мной обращались сегодня, как-то я себя по-другому чувствую, как-то настроение у меня хорошее, мужу хочется подойти поцеловать его. То есть вы будете сами меняться от того, что эти слова будут произноситься. Я не буду третий раз доставать таблички. Я и так два раза достала. Не нужно это делать. Я вам показала. Я напишу вам под видео первое, второе, третье, в общем, до пятой. Вы уже сами все это сделаете. Сделайте красивенькое такое, знаешь, чтобы душа радовалась. Это я такая дама быстрая. Раз, раз, раз. Я на условности никогда не обращаю внимания. Я даже вот... Помните, мы делали тату? Я нарисовала на листочке, отнесла, мне сделали. Девочки, мне нравится очень красиво Иисус на левой руке, роспись его на правой руке. Все делается от души. Когда это ты делаешь, все происходит. А когда ты просто вот ваяешь, что-то там делаешь, разрисовываешь, красоту наводишь. Хотя делайте, как вам захочется. Я хочу, чтобы у вас все получилось. Я с вами делюсь просто сокровенными вещами, которые, думаю, вам помогут. Вы потом мне обязательно отпишитесь. Вот месяцок пройдете, пройдет у вас, и вы напишите мне, Наталья Васильевна, я на жизнь стала смотреть совершенно по-другому. 100%. Давайте, далеко не уходите. 19:00 мы опять встречаемся. У нас с вами предсказание. Сегодня я еще могу это осилить. У нас прохладно стало. До встречи. Пока.